Сейчас час ночи. Если мы включим свет в этом аквариуме час ночи, что же мы увидим? Вот он, сомик-коряга. Днем можно разглядеть только хвост от него. И то с трудом, иногда торчащий из песка и где-то из грунта. А вот сейчас он вышел на охоту в ночное время, и можно разглядеть его целиком. Я сюда сыпанул немножко корма для сомиков, для донных рыб. И вот эти вот сомики принялись активно клевать. Только что клевала корм с турисома. То есть ларикария красная, вон там торчит ее хвост за камнями. А скалярки спят. И никак не реагируют. Вот так выглядит ночной аквариум. Попрятались все барбусы, попрятались все тетрочки. Попрятались скалярии в уголочек. И бодрствуют только самы. Вот этого ночного охотника можно разглядеть в аквариуме только ночью. Сейчас хорошо видны шипы на его боках, все тело в шипах, бронированный такой сом. Но вот при включении света он замер. Света он боится, это ночной охотник. Я не хочу его пугать и все-таки выключил свет. Пусть покушает, пусть покормится. Кормится он только по ночам, а днем отсыпается в грунте. Я подсветил аквариум спустя еще 3 минуты. И видно, что сомик-коряга переместился. При слабом освещении он начал немножко двигаться, но как только я включаю свет, он сразу замирает.